Поговаривают, что сегодня все стало гораздо проще. И такую точку зрения можно понять. Истина, однако, в том, что успех состоит из множества составляющих. Поэтому нельзя думать о том, что вы сделали что-то одно, и этого достаточно. Никуда не денешься от того факта, что волшебных рецептов или секретных рекомендаций, как достичь успеха, просто не существует. А те, кто пытаются найти этот единственный важный ингредиент, в итоге испытывают разочарование от того, что этого не существует. Делайте все, что нужно. Это главное, что вам надо знать. Не нужно думать о том, что что-то важнее, а что-то вообще делать не обязательно. Даже самая незначительная мелочь, которую вы проигнорируете, может испортить все. Представляете, 99% труда под хвост из-за какой-то маленькой недоработки. Приведу пример с тортом. Важны абсолютно все ингредиенты, которые нужно добавить в него. Важно соблюсти всю технологию приготовления торта. Важно украсить его со вкусом. Важно доставить его на праздничный стол свежим и красивым. И важно подать его в самый подходящий момент. И только тогда вы получите именно тот эффект, на который вы рассчитываете. Ваш торт будет королем торжества. Именно те, кто понимает это, и достигают настоящих вершин. Успех состоит из множества составляющих. Это правило действует всегда.